В Аргееве у бездомных четвероногих теперь есть приют. Его построили по инициативе местных властей. Собаки будут жить в теплых вольерах, хорошо питаться и, возможно, даже найдут новых хозяев. Питомник рассчитан на 100 животных, но в случае наплыва постояльцев территорию расширят. На торжественной церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Приют для бездомных животных построили на окраине Аргеева. Еще недавно здесь была свалка. Теперь это ухоженная территория с клумбами, просторными вольерами и целым штатом работников. Официальные новоселья справляли в отсутствии четвероногих постояльцев. Их специальная мобильная группа начнет отлавливать только завтра. А сегодня представители местной власти устроили экскурсию и рассказали, как воплощали идею в жизнь. Мы изучили порядка 5 проектов, из которого сделали свой проект, приемлемый для города Архея, где приняли во внимание все моменты, связанные с деятельностью таких приютов. В собачьем приюте есть все. Ветеринарный пункт, где четвероногих осмотрят, подлечат, стерилизуют. Изолятор, кабинет логистики, кухня. Кормить беспризорников будут дважды в день. Кашей с отварными костями и сухим пайком. Со всеми полезными добавками. В корме все минералы, все витамины, то есть то, что собаки здесь по городу объедками питались, даже ни в какое сравнение не идет. То есть здесь у них будет как курорт. Проживать бездомные шарики и жучки будут поистине в комфортабельных условиях. Размер одного вольера 18 квадратных метров. Для четвероногих постояльцев здесь все условия. Зимой они смогут греться в теплых помещениях. Постройка выполнена из специальных термостойких материалов. Один вольер рассчитан на 3-4 животных. Кто с кем будет жилплощадь делить, зависит исключительно от размера. Кстати, у каждого четвероногого постояльца будет свой идентификационный номер и медицинская карточка. И главное – возможность найти хозяина. Для этого власти Аргеева создадут специальный сайт, где будет размещаться информация, а также фотографии потенциальных приемышей.